І, будь ласка, розставте усі крапки над «і», тому що ціна на газ якраз дуже впливає потужно на нашу подальшу співпрацю з МВФ в плані отримання кредиту. З чого почнемо? З кредиту чи з ціни на газ? Все-таки для наших телеглядачів найважливіше питання – це ціна на газ. Несколько примеров. Первое. Молдова. Рядом государство. Там нет своего газа. Цена на газ у них и у нас примерно одинакова. У них ниже где-то гривен на 200 за 1000 кубометров. Они сейчас планируют опускать ее еще для людей на 20%. Еще раз. На 20%. Наши с 6900 за 1000 кубометров планируют поднять минимум на 20%. Наши можно власти, наша власть. Это первое. Второе. Еще один пример. Украина в 2017 году добыла 21 миллиард кубометров собственного газа. Украинцы на отопление, на еду, на горячую воду, на топливо, как это, ТКЭ, на предприятие Теплокоммунэнерго истратили около 16 миллиардов кубометров. 5 миллиардов кубометров плюса. Это говорит о том, что украинского газа достаточно. Кроме того, украинский газ в соответствии с отчетностью Укргазодобычи стоит порядка 1300 гривен. Со всеми налогами 2500 гривен. Себестоимость украинского газа, чисто производственная, Виталий, до 1000 гривен за 1000 кубометров. Вопрос в задаче. Зачем повышать цену на газ? Можно говорить о рынке тогда, когда рынок существует. То есть есть масса поставщиков, которые нам продают газ. Но у нас нет рынка. У нас монопольный продавец – «Нефтегаз Украины». Поэтому говорить о том, что мы стремимся к рыночным ценам – это вранье. Также является враньем, что у нас не хватает собственного газа. Украинского газа для нужд Украины более чем достаточно. Резюме. Вся эта схема была придумана с одной единственной целью – забрать деньги из карманов украинцев. Это не пустые слова. Это легко отследить, внимательно наблюдая за тем, что пишет Минфин и Госстат. За 2017 год, по данным Госстата, сбережения граждан Украины – это официальные слова, официальные цифры того самого лживого Госстата, который сегодня подводит статистику под требования президента, чтобы он выглядел красиво. Так вот, Госстат написал, что украинские семьи потеряли сбережений почти на 60 миллиардов гривен. Перевожу на нормальный язык. Минимум 2 с лишним миллиарда долларов дополнительно было выкачано из сбережений украинцев. Максима, ми трошки згодом будемо говорити на цю тему окремо, але все-таки ситуація з газом, я хотів би, щоб ми більш детально про це поговорили. Я знаю, і нас переконує представники влади про те, що однакова ціна для імпортованого газу і, відповідно, для внутрішнього видобутку повинна бути тому, що нібито це применшить корупційні схеми. Це так чи ні? В чому? Як вони це об'яснюють? Ну, вони пояснюють, що ціна повинна бути однакова і для внутрішнього газу, і для того, який закуповуємо, для того, щоб не було корупційних схем, тобто, щоб було менше корупції. Віталій, чуш собачий, об'ясню чому. Тому що легко посчитати, ми з року в рік знаємо, скільки українці тратять газу. Из года в год цифра особо не меняется. 16 миллиардов кубометров, 15,6 миллиарда кубометров, 16,3 кубометра. Зазор небольшой. Вы со мной согласны? По цифре согласны? Так-так. Легко посчитать, легко установить государственный контроль на отпуск газа своим людям, украинцам, гражданам Украины по нормальной цене, по цене не завышенной, то есть по цене себестоимость плюс прибыль для украинской Укргазодобычи, плюс разумные налоги, не двойной НДС, как сегодня есть в цене газа для нас. И получится до 100 долларов за 1000 кубометров. И эта цена приемлема, она приемлема для украинского домохозяйства. Никакой коррупционной составляющей в данном случае не будет, потому что именно конкретное количество газа тратят украинцы и предприятия Теплокоммунэнерго. Точка. Все остальное, что отпускается на бизнес, на там, я не знаю, государственных чиновников, еще на что-то.
Это уже второй вопрос. И это опять же легко отследить, потому что статистику никто не отменял. Мы цифры знаем. Поэтому сравнивать нас сейчас с Европой и говорить о том, что к нам сюда должен наш собственный газ заходить по цене европейского хаба, это ложь, это обман, это манипуляция. Это делается с одной единственной целью. Заставить нас, как баранов, верить в эти сказки и доставать из карманов деньги. Как еще точнее объяснить? Вот вы говорите, давайте поточнее. Я достаточно точно объясняю. Я разумею вас. Я назвал количество добытого газа, назвал количество потребленного газа, уважаемый Виталий. Поэтому я настаиваю на том, что газа хватает. Вопрос не в этом. Любой нормальный правитель, зная о том, что любое украинское домохозяйство за 4 года сегодняшних, ну или прошедших, потеряло примерно 3/4 своих сбережений, понимая, что украинские деньги обесценились, понимая, что семьи начали зарабатывать намного меньше, что должен сделать? Он должен как можно снизить тягар выплат, тягар налогов, а в том числе тот тягар тарифов, которые сегодня возложили на украинцев. Наши же делают наоборот. Делают почему? Деньги забираются. Об этом уже не стесняясь говорят американцы, об этом не стесняясь говорят европейцы. Они говорят, ребят, какой МВФ, во что вы верите, в какие сказки? И потом, это не Украина пообещала поднять цены, это пообещал Яценюк, Порошенко и Гройсман, а это еще не Украина. У Украины своего газа достаточно. Виталий, еще раз, я привел пример вам с Молдавии, ну с Молдовой, извините. У них газа нет, а они цены понижают. Белорусский, как говорят, ну его там обзывают наши политики по-разному, белорусский президент недавно заявил МВФ, нам не нужен ваш кредит под условие, что я буду забирать деньги у людей путем повышения тарифов. Нам не нужно повышать тарифы. У нас все нормально. Нам нужны богатые белорусские семьи, чтобы они тратили деньги зажиточные у себя на рынке белорусском. И тем самым жила экономика. То же самое нужно Украине. И правитель бы сделал правильно так. И тогда бы аккумулировались деньги у украинцев, они бы их тратили, ну и так далее. Пошел бы процесс экономики. Сегодня происходит все с точностью наоборот. Сбережения изымаются. Вот вся формула. И последнее. Вы мне задали вопрос по МВФ. Вы сказали, что МВФ тогда не даст кредита. Звичайно. Я кажу, Максиме, я мав на увазі, чому українська влада так системно йде на всі вимоги, всі проблеми, про які говорить МВФ. Чому вона не відстоює власні українські інтереси? Поняв, тому що це не українська влада, тому що це не моя влада, не ваша, не нашої країни. Це вже стало зрозуміло за ці кілька років. Тому що їм не цікаві українські інтереси. Вони, вибачте за тавтологію, вони як в анекдоті, і в темі, і в долі. Їх поставили на ці долі. Люди, которые руководят МВФом, помогли им стать этой самой властью. И они сегодня исключительно решают вопросы, которые интересны кредиторам. Виталий, вы знаете, что с валовым продуктом происходит в Украине? Прошу. Очень важно. Это как раз ответ на ваш вопрос. Он очень дополнит ответ. Смотрите, Порошенко заявил о том, что номинальный валовый продукт в Украине за 2017 год вырос с 2,4 триллиона гривен до 2,9 триллиона гривен. То есть почти 3 триллиона гривен. Номинальный. Номинальный – это в ценах сегодняшнего дня. То есть реально продукты, их не увеличилось количество, потому что у нас упала промышленность и у нас, кстати, упало сельское хозяйство. У нас кумулятивный эффект падения. А раз падение, нельзя, чтобы вырос продукт, ну, в реальном количестве, то есть нельзя больше булок испечь, когда рук нет. Руки, как вы знаете, отлично уехали в Польшу, в Россию и в другие страны. Но Госстат говорит, и Порошенко повторяет, что номинальный продукт вырос, и они приводят цифры. Было 2,4 триллиона, стало 2,9 триллиона. Зачем это делается? На это никто пока не обратил внимания. На самом деле продуктов произведено в Украине меньше. Продуктов, услуг, продукции и так далее. Но статистика показывает, что как бы номинально, пусть в дешевой гривне, но продукт вырос. 2,9 триллиона гривен – это порядка 110 миллиардов долларов. В 2015 году Ереська, Яценюк, согласие Порошенко подписали соглашение с комитетом кредиторов об отсрочке выплат
Но в этом соглашении указано, что в случае, если номинальный украинский валовый продукт будет равняться 125 миллиардам долларов, еще раз, за 2017 год его на бумаге повысили до 110 миллиардов долларов. Если он будет равняться 125 миллиардам долларов, то с 2021 года на протяжении 30 лет комитет кредиторов будет иметь право на свою долю, это не считая долга, не считая процентов, еще и на долю от валового продукта. Это несколько сотен миллионов долларов в год. Вот ответ, зачем сегодня нагоняется цифра, искусственно нагоняется валового продукта в номинале. Для того, чтобы начинать отдавать комитету кредиторов еще деньги. Это ответ на ваш вопрос, а зачем украинская власть это делает? Максиме, а скажіть, будь ласка, от для мене не зрозуміло, яким чином, коли колосальна кількість українських домогосподарств сидять на голці субсидії, у той же час підприємства газотранспортної системи України працюють з перевищенням своїх можливостей і мають надприбутки в плюсі на 250%. Нафтогаз взагалі нас переконує у тому, що системно він працює з колосальним прибутком. Як це можна зрозуміти в такій бідній країні? Як так відбувається? Це латиноамериканський сценарій. Верно. Ви прекрасний політолог, ви отлично все знаєте. Ну, давайте з точки зрення економічної. Вся їх прибиль – це мої гроші і ваші гроші. И деньги вашей мамы, и деньги мам и пап, которые смотрят сейчас в телевизор, и деньги всех-всех-всех граждан Украины. Они завысили тарифы, подняли их в 6 раз, подняли искусственно, в этом нет экономической составляющей. Забрали деньги, изъяли эти деньги у нас, мы же должны платить за тепло, газ, воду, электричество, как они считают. И эти деньги, они как бы показывают как свою прибыль. Вот в чем их прибыль заключается. Они же не придумали ничего нового. Они не создали новые рабочие места, они не создали новые газовые, там, не открыли новые месторождения, новые скважины и так далее. Они же ничего не сделали. Значит, их прибыль – это наши деньги, которые они у нас забрали путем завышения тарифов. Все, больше ничего. Они получают огромные зарплаты, огромные премии. Понятное дело, что на подрядах в этих организациях воруются сумасшедшие сотни миллионов. Они в доле, и они будут отстаивать эту ситуацию. Мы сегодня начинаем напоминать, что произошло сейчас в стране. В 2014 году пришли люди, которые выполняют задачу наполнения за счет украинцев, за счет Украины. Они пришли к власти. Карманов МВФ, кредиторов и других транснациональных корпораций и тех, кто имеет отношение к созданию всех этих организаций. Они полностью выгоняют, выхолащивают экономику, ну, живую экономику, деньги, деньги, скоро пойдут активы. Они выхолащивают в их адрес, в их пользу. Они не создают ничего. Ничего не создано за это время. Вообще ничего. Задумайтесь, президент недавно хвастался о том, что он остановил падение экономики. И что мы выровняли, ну, я вам только что привел пример по ВВП, насколько они сфальсифицировали данные, чтобы показать, что он вырос. И для чего они это сделали? Ну и плюс, конечно же, покрасоваться, рассказать, какие они классные. Задумайтесь над другим. Украина потеряла за эти несколько лет минус 60% химической промышленности, 40% металлургии. 38% в машиностроении. Зато, знаете, что мы сейчас экспортируем за рубеж? Это ж, ну, он этим хвастается, он говорит, что это здорово. У нас в 10 раз вырос, у нас в Украине, в которой построили МРИЮ, в Украине, которая была космостроительным государством. С развитой космической галузью, звичайно. Совершенно верно. Мы улиток экспортируем. Мы радуемся тому, что 350 тонн экспортировали в 2017 году. Мы радуемся тому, что в 2013 году был ноль, а сейчас 140 тонн пчел экспортировали. Мы радуемся тому, что мы страусов выращиваем и страусов экспортируем. Задумайтесь. Задумайтесь над дисбалансом. Представьте себе, что происходит. Вы абсолютно правильно заметили. Как может быть, когда все падает, да, у кого-то что-то растет. Не бывает так в физике. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Максиме, а чому до цієї пори,
Я так розумію, ми переживаємо важкі часи, у нас є там серйозна проблема на сході країни, але так чи інакше, до цієї пори немає ніякої стратегії індустріалізації. У нас до цієї пори продають державні підприємства, які ще більш-менш якось животіють, і то їх хочуть скупити за безцінь оточення, там, я не знаю, президента чи влади. Але очевидні процеси, ми над цим повинні подумати. Это все стратегия, вернее, да, это стратегия, хотел сказать тактика, это все стратегия, по сути, выхолащивания страны под названием Украина. Нормальный правитель своим бы указом закрыл бы украинский уголь от украинских предприятий? Нет. Ну, потому что это невыгодно. Он бы побежал в Америку покупать уголь, который там продает. Вы, кстати, знаете, 58 долларов цена за тоннаж угля американского там, а сюда он доходит, и здесь уже цена рождается 113 долларов. Задумайтесь. Он бы это делал? Нет, конечно. Поэтому, когда они говорят о том, что промышленность обрушилась из-за какой-то там агрессии, они врут. Агрессия в первую очередь их внутренняя, агрессия в отношении собственной экономики, агрессия в отношении собственного населения. Вот на что направлена их агрессия. Обогащение за счет людей. Они довели до того, что сегодня до 10 миллионов работоспособного населения, то есть того, тех людей, которые должны создавать украинский валовый продукт. Здесь, в Украине, платить налоги, зарабатывать деньги, тратить эти деньги в наших магазинах и на наших рынках. Эти люди уехали из страны. Эти люди уехали из страны и сейчас зарабатывают деньги, делают валовый продукт Польши, России, Германии, Америки. Кто-то уже в Канаду поехал, в Австралию. Вот что происходит. Когда из страны уезжают люди, все остальное рассказки, все остальное это откровенная ложь и фальсификация. И пример этой фальсификации я вам привел. Они вам сейчас, уважаемые Виталий, уважаемые люди, будут рассказывать о том, что это он сейчас о номинальном продукте сказал, а вот реальный продукт у нас вырос на 2,5%. Чушь собачья. Виталий, знаете, как сделать, чтобы реальный валовый продукт вырос на 2,5%? Учесть деньги заробитчан, которые раньше не учитывались. Резко в конце 2017 года Национальный банк говорит, вы знаете, мы посчитали, на самом деле 4,5 миллиарда долларов перечислили заробитчане, но еще примерно столько же они привезли в своих карманах, а может быть даже больше. Это неучтенные деньги, и мы их тоже включим в валовый продукт. 1,8% из общего роста реального валового продукта, из 2,5, который они показывают по статистике, они приписали заробитчанских денег. Вот и все. Манипуляция с цифрами исключительно. Как может что-то расти, когда падают базовые отрасли экономики? Никак. Как можно собирать больше налогов и говорить о том, что мы молодцы, видите, мы работаем? Только одним способом. Первое. Усилив налоговый пресс. И второе. Собирать обесцененную гривну. Они сейчас хвастаются, Гройсман заявил, что на 10% выросла реальная заработная плата. Они чешут, до 70% поднялись потребительские цены. То есть весь этот рост в девальвированной гривне съедается, ну, пошагово съедается или семимильными шагами ростом цен. Вот так. А ви знаєте, Максиме, за будь-яку сферу, яку б ми не взяли до уваги, скрізь проблеми. І пам'ятаєте, що ми сьогодні спілкуємося саме у той день, а ви, напевно, знаєте, що саме відлік від цього рік залишається до президентських виборів в Україні. Я думаю, люди роблять висновки, бо вони розуміють, в яких реаліях вони живуть. Проте, якщо ми... Многі навіть пишуть, Віталій, в соціальних сетях, що це останній рік президента Порошенка. Ми говорили щойно про те, що Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення цін на газ в Україні. Проте Максим говорив про ситуацію в Молдові, там де ціни на газ для населення, незважаючи ні на що, знижили на 20%. Таке рішення ухвалило Національне агентство регулювання в енергетиці. Згідно з рішенням агентства, ціну на газ знизили з 1 січня 2018 року. Вже найближчим часом представлять механізм повернення грошей споживачам, які вже розплатилися за використане блакитне паливо за старими цінами. Таким чином, середня ціна на газ для побутових споживачів коливатиметься від 235 до 280 доларів за тисячу кубометрів, залежно від обсягів споживання. В агентстві аргументували рішення про зниження цін на газ зміцнення молдавської національної валюти.
Мені немає що сказати насправді. Навіть Молдова справляється з газовим питанням спокійно, на відміну від України, яка лише тільки займається одностороннім рухом і витягає гроші з кишень пересічних українців завдяки славнозвісному газу. Якщо хочете тут додати, ми можемо взяти телефонний дзвіночок, бо є на зв'язку слухачі. Якщо не заперечуєте, добрий вечір тим, хто зараз з нами. Добрий вечір. Ваше запитання Максиму Гольдарбу. Вы знаете, я не совсем согласен с вашим экспертом, если позволите. Значит, прошлые оппозиционеры, прошлая оппозиция пиарилась на цене на газ, если помню, на цене газ властного выдобытку, ну и так далее. И эти то же самое начинают. Теперь не надо думать, что я парохобот, если мягко выражаясь, ту власть я не любил, так опять же мягко выражаясь, эту власть я просто ненавижу. Ну, потому что на крови там такой бизнес идет. Вот это. Но тем не менее, я хотел бы свое мнение высказать. Вот у нас есть Овидиопольский район, он знаменитый 7-м километром и так далее. И Белгород-Днестровский район. Он знаменит, допустим, там родился Ломаченко. Оттуда Ломаченко, наш знаменитый доктор. Он разделяется речкой Днестра, точнее, Днезовским лиманом. Вот в Овидиополе труба дошла, они пользуются газом 60-х годов. А в Белгород-Днестровск нет. И жителям Белгород-Днестровска совершенно все равно. Газ там по 7 тысяч, по 10, хоть по 20. Даже если будет по 20 тысяч за 1000 кубов, жители Овидиополя имеют право себе отрезать трубу, то есть закрыть краник. Они даже станут не хуже Белгород-Днестровска, они только сравняются с Белгород-Днестровском. Дякую. Ну, ми зрозуміли ваш сарказм, вашу репліку, але я так розумію, що питання риторичне, людина теж не задоволена тими процесами, в яких живе. Нет, Виталий, я бы хотел прокомментировать и сказать следующее. В вопросе и в реплике зрителя не было ничего, что опровергает приведенный мною факт. Он сказал, что он со мной не согласен, но он никак это не опроверг. Между тем, цифры говорят сами о себе. Это раз. Два. Не будет смысла заходить во власть, не будет смысла становиться депутатом, министром, еще кем-то, если одним из первейших законов мы не сделаем закон о том, что все недра Украины работают исключительно на украинцев, что украинцы имеют право на отчисление на каждого, извините за слово, поголовно, персонально, на каждого нашего гражданина имеют право на отчисление соответствующих процентов от использования украинских недр. Я лично буду заходить в политику исключительно с этим законопроектом. Он нами был еще разработан 3 года назад. Он просто не востребован. Зачем это делается? Вопрос не в красном словце, уважаемый, который только что звонил. Все намного сложнее. Если вы, уважаемый, и ваша семья будете не богатыми, простите, нищими, которыми сегодня вас делает власть, то вы не составите общего богатства для этой страны, для моей, для вашей страны. Вам тратить нечего будет в этой стране. Вы купить ничего не сможете, а вы основной инвестор в эту страну, не Международный валютный фонд и не офшоры президента. Вы, я, мы, потребители. Если потребитель здесь будет беден, то в этой стране делать нечего. Тогда надо не мешать дать тем, кто сегодня ее грабит, дограбить до конца, выставить на продажу украинские земли и свалить отсюда. Здесь делать будет нечего, потому что она опустошевает. Именно поэтому, именно для этого вакханалию с тарифами нужно остановить. Я понимаю, это огромные деньги. Я понимаю, вы сейчас 1000 раз будете правы, когда скажете, все покупаются, всех покупают. Я все это понимаю. Я не смогу ничем другим парировать на подобные высказывания. Кроме одного. Я здесь. Я остался. Я делаю то, что могу делать и то, что должен. Для того, чтобы изменить происходящее. Остановить вакханалию и начать потихонечку вместе с вами, уважаемый, из Одесской области в том числе, восстанавливать Украину. Все. Максиме, скажіть, будь ласка, от ми почали говорити про ситуацію економічну в нашій державі, про неадекватні кроки української влади, але чому до цієї пори
От у мене особисто виникло запитання. Українська влада не намагається створити хоча б паростки середнього класу. Тому що, як Адам Сміт говорив, середній клас – це як товстий прошарок у торті. На горі знаходяться дуже багаті, а внизу дуже бідні. Чим товщий цей прошарок, тим менше спокуси мати соціальний вибух. І це очевидні речі. Чому ж українська влада цього не розуміє? Тому що вони не зв'язують своє майбутнє з цією країною. Їм все одно, що тут буде через обозримое какое-то там будущее. Другого нет объяснения. Они все отлично понимают. Они богатые люди, они экономисты. Порошенко миллиардер. Все они отлично понимают. Они отлично понимают, что ну вот так. Что есть законы экономики и есть законы социума, которые нужно соблюдать. Но раз они идут на подобные нарушения и на подобные вещи, то значит единственный ответ – их не интересует эта страна. Больше скажу. В 2015 году, когда они начудили впервые с тарифами, ведь вопрос по тарифам впервые подняли мы в публичном аудите. Потом его подхватили политики, в частности Юлия Тимошенко. И мы за это благодарны, что она своей мощью политической вынесла его на всеобщее обозрение и обсуждение. Так вот. Мы сначала думали, блин, наверное, они ошибаются. Но неужели они не видят? Неужели они не понимают, что люди все меньше и меньше тратят? Что сжимаются рынки в Украине? Виталий, вы ведь знаете, что розничная торговля упала в 4 раза. В 4 раза в сравнении с 2013 годом. Со 110 миллиардов долларов до 30. Это значит, в 4 раза украинцы стали меньше покупать. В 4 раза. В 4 раза они обеднели. И мы думали... Но это же такие тарифы, такие налоги, это же налог на пенсию, военный налог. Это же все приведет к тому, что обеднеют украинские домохозяйства, украинские семьи. Некому тратить будет здесь деньги. Экономика сдохнет. А экономика есть основа всего. Опять же, это и Адам Смит в том числе считал. Так вот, и мы думали, что это совпадение. Ничего это не совпадение. Это намеренные, умышленные действия по выхолащиванию этой страны. Иного нет объяснения. Нет объяснения тому, когда человеку назначают пенсию в 1600 гривен, запрещают ему при этом работать, при этом повышают, по сути, пенсионный возраст, то есть со всех сторон обкладывают флажками, при этом рывок цен в разы, при этом падение банковской системы и потеря вкладов, и ему говорят «живи». Умный человек понимает, любой маломальский, который умеет считать, что человек не выживет. И опять же, правительство говорит, что 1600, да, мы тебе пенсию даем, но только вот для того, чтобы прожить минимум, мы устанавливаем 2500. Ну как, ну понимая такой диссонанс, что еще ожидать, кроме умышленных действий, системных, со всех сторон, направленных на, первое, изъятие активов, второе, изъятие сбережений, третье, уменьшение численности народонаселения Украины. А это происходит сегодня. Если уж сам Клымкин заявил о том, что 100 тысяч в месяц уезжают, то ну, я оперирую сейчас словами нынешних можновладцев. Для чего? Обслуживать поля, обслуживать газодобычу, газохранилища и прочее можно не 40 миллионами человек, а 15, например. От і виконується ця програма. Максиме, я хотів вас запитати ось про що. От у зв'язку з такими серйозними економічними проблемами в країні, люди не пов'язують своє майбутнє з нашою державою. І це очевидно. І цього не приховують українські політики, які говорять нам про те, що, мовляв, це тимчасова справа. Але якщо раніше спеціаліст від'їжджав дійсно один, працював, потім повертався, то зараз тенденція інша. Зараз від'їжджає цілими родинами. А що це означає? Що це 99%, що ці сім'ї асимілюються і залишаться в іншій державі. Може, влада зацікавлена? Якщо менше народу, то є більш ефективним тоді керівництво невеликою кількістю співвітчизників. І, можливо, це цілеспрямована акція. Якщо ні, то заперечте мені. Якщо ви поділяєте мою точку зору, то я хотів би, щоб ви більш широко про це сказали. Що думаєте? Ну, собственно говоря, то, що ви зараз сказали, розвиває мою предыдущую мысль. Конечно же, всегда раньше, с того момента, как произошла аграрная революция, племена, потом укрупнение племен,
народы, которые в эти племена собирались, потом уже маленькие государства, города и так далее. Они были заинтересованы в чем? В рабочих руках. Нужны были люди, много людей. И тогда государство развивалось. Но также, если людей нет, государство не может развиваться. Тем более государство, которое сегодня не заточено на IT-технологии, не заточено на какую-то продукцию, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, которому поставили задачу, вы же помните, да, вы должны стать классным, аграрным, аграрно-сырьевой державой. Ну, а аграрную Украину обслуговывает невеликая кількість людей, так я совершенно понимаю. Верно. Для этого не надо много людей, это устраивает. И вы правы, абсолютно, проще подавлять, проще управлять. Ведь посмотрите, что сегодня делается. За 4 года настолько отделили прослойку чиновников, полиции, национальной гвардии от людей зарплатами, премиями, льготами, посулами. Для того, чтобы вот эта пропасть образовалась и не было соотношения или отношения государственного аппарата, нормального отношения с народом. Для того, чтобы государственный аппарат намного проще выполнял команды по подавлению недовольства народа. До речі, Максиме, перепрошую, що перебиваю, але подивіться, що в бюджеті цікаві речі. Найбільше грошей, найбільша стаття видатків – це обслуговування зовнішнього боргу. І це нібито зрозуміло, ну така ситуація. Друга стаття найбільша – це якраз те, про що ви говорите – фінансування Збройних сил і правоохоронних структур. Ми будуємо поліцейську державу? Це в'яжеться у тих смислах, якими ми оперуємо. Я скажу следующее. Я согласен с тем, что украинская армия должна получать достаточно средств для того, чтобы она развивалась. Да, от нее надо отогнать огромное количество вокруг нее вертящихся негодяев, которые выгребают деньги, направленные на солдат и офицеров, лопатами. Когда-то мы это сделали. Был создан операционный аудит в Министерстве обороны, который похвалили даже в Великобритании. И Transparency International, кстати. Потом, после 2014 года, в мае, операционный аудит резко отменяют. Для чего? Для того, чтобы поломать функцию «видеть заранее». То есть опять службу контроля за финансами превратили в службу констатации, в неинтересную службу. А почему? А потому что знали, что военный бюджет будет набухать, и тырить его хотелось, ну, чтобы никто не видел из посторонних. Вы же посмотрите. Совершенно случайно человек президента был руководителем Укроборонпрома. Совершенно случайно коллега, партнер президента был руководителем межведомственной комиссии, которая решала вопрос, что закупать для армии, а что нет. Я не верю в такие случайности. Это не случайно. Это намеренно, потому что это 80 миллиардов минимум в год. Поэтому армию нужно оснащать, а не воровать на ней. Недавно ваши коллеги, уважаемый Виталий, показали, что творится там на линии разграничения, в каких палатках или бараках живут войска. Это уму непостижимо, это 19 век. Теперь насчет построения полицейского государства. Я приведу вам всего два примера. Просто запомните, пожалуйста, уважаемые люди. В 2012 году суды по просьбе прокуроров дали санкции на проведение 2500 обысков. 2500 обысков во всей Украине. В 2017 году при демократичному генеральному прокуроре без юридического образования, знаете сколько? 110 тысяч, по-моему, 117 тысяч. 100 с лишним тысяч обысков в Украине проведено в 2017 году. Еще раз, 100 с лишним тысяч. Это у каждого 400-го, а с учетом выезда людей у каждого 200-го украинца. 100 с лишним тысяч, в 40 с лишним раз увеличилась статистика обысков в Украине. И это все санкции генерального прокурора, потому что он надзирает за этим. А это значит, что они строят, не мы, Виталий, не надо их с нами сплюсовывать. Они это не мы, и они это уже не наша страна. И мы уже в этом все разобрались. И люди в этом разобрались. Они действительно строят полицейское государство. Именно поэтому срочно купили новые водометы для Национальной гвардии. Скажите мне, водометами кого? Внешнего врага, агрессора отгонять будут?
Нет, конечно. Ответы очень очевидны и просты. Они боятся. Они знают, что время подходит к концу. Они знают, что люди будут хотеть и справедливости, и жесткого правосудия. Эти все понимают. И недавний пример, когда высшему сановнику страны США аннулировали визу, говорит о том, что они не интересны там. Вот так. Дякую. У нас є над чим задуматися. Ця інформація є поживою для роздумів. У нас є телеглядачі на зв'язку, дамо можливість поставити запитання Максиму Гольдарбу. Прошу, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вам вечір. Ваше запитання. Представтеся, будь ласка, говоріть. Це я? Так, ви. Прошу. Добрий вечір. Вопрос такий. Очень спасибо за информативную такую, доступную, так сказать, информацию. Но считаете ли вы, и прав ли я, что наш президент и его команда не имеют ни умения, ни политической воли, ни, допустим, других качеств в керовании этой державы? Они решают свои шкурные питания, пиарятся и гноблять, як ви кажете, народ, який і так уже на ями, і якого вже далі нема куди гнобити. От. На одній з передач, то лі на 112 каналі, то на вашому Тарас Кустовий, це комбат Донбаса, у нас він так сказав, наш не президент, то гніда. Я вас прошу бути дуже коректним по відношенню до президента. Все ж таки, він легітимно обраний керівник держави. Але ваша думка зрозуміла. Максим, реагуйте, будь ласка. Вопрос риторичний. Все, о чому ми з вами, Віталій, говорили в передачі, в принципі, підтверджує те, що спросив зараз телезритель. У них нет задачі прославитися, у них нет задачі вписати своє ім'я в історію України красивими, мощними буквами. У них є друга задача. Деньги. Огромные-огромные деньги. Зачем? Я не знаю. Это надо спросить у них. Но только этим вещам посвящена вся их деятельность. По-другому не объяснишь. И вот я привел массу сейчас примеров, цифр и формул. Пожалуйста, объясните мне хоть одну из них иначе, кроме как жажды наживы, и абсолютная безбашенность в этих вопросах. Я уверен, что у вас это не получится. Никакие другие макропоказатели, никакие другие действия ни о чем ином свидетельствовать не будут. Вы могли бы мне сказать, ну, давайте с конца. Ай-яй-яй, 100 тысяч обысков в стране надо было провести, чтобы побороть преступность. Ага. А вы спокойно выходите на улицу? А вы не знаете о том, сколько убийств? А вы не знаете, сколько оружия гуляет по стране? Сколько взрывов, сколько беды, значит, эти 100 тысяч обысков не на борьбу с преступностью были направлены. Дальше. По газу мы уже с вами разобрались. Его полно. И для того, чтобы страна вздохнула, людям надо газ отправлять по нормальной цене. Не по бесплатной, но по нормальной цене. Они этого не понимают? Отлично понимают. Вы в самом начале, Виталий, включили... Это Кучеренко был, да? Да. Колышний министр... Мы знаем друг друга, у нас нормальные отношения, скажем так, рабочие. Так вот, в чем он ошибается? Он сказал, что Вовк ни черта не понимает. Вовк — это паренек, которого Порошенко назначил председателем комиссии по установлению тарифов. Все он отлично понимает. Этот паренек прекрасно справляется с поставленной задачей. И этот паренек действует умышленно. И это все не ошибки. И это все не от недопонимания. Максиме, а я хотів вас запитати, ви торкнулися теми Вовка, от він постійно говорить про рабрегулювання, це така історія, в тариф вкласти ще додаткові кошти для того, щоб нібито ці кошти йшли на модернізацію там енергетичних секторів. Дехто з експертів говорить, що це пов'язано рабрегулювання і виникло воно тому, що на енергетичний ринок зайшов новий гравець, на ім'я Петро Олексійович Порошенко. Це відповідає дійсності? В 2015 году прошла информация о том, в средствах массовой информации, что структуры Порошенко стали со-собственниками структур ДТЭК. ДТЭК — это те, кто производит тепловую энергию, а также те, кто производит электроэнергию для страны, для украинского потребителя. Плюс на
на экспорт через Бурштинский остров. Это первое, да? До этого, незадолго до этого, Порошенко одним из первых своих решений срочно создает новую нацкомиссию, куда назначает своего менеджера из Рошен, вот этого мальчика. Еще одно. Дальше. Начинают резко расти тарифы. Еще одно. Дальше. Утверждается план по четырехэтапному повышению цены на электроэнергию. Дальше. Резко нам рассказывают о том, что Роттердам плюс, что уголь оказывается у нас из Роттердама в Украине. И а раз так, то вырастет энергия. Дальше. Резко уменьшаются объемы атомной энергии и херится атомно-энергетический комплекс Украины. Дальше. Стабильно повышаются цены на носители. А теперь сложите это все вместе. Ни одно из этих действий не могло бы быть без решения президента. Потому что этот президент перетянул на себя такое количество полномочий, и он кругом. Без него ничего не делается. Законы не принимаются. Это его воля и его желание. И это та опасность, о которой я его предупреждал еще в 2016 году, говорил, что он, зацепив на себя массу полномочий, точно так же будет единственным, кто в стране за все будет отвечать. Поэтому все это сделано с его ведома, и в этом нет ни капельки сомнений. Максиме, я вам дуже дякую за ваші відповіді на мої запитання. Спасибо. На жаль, ми обмежені час.